Всем привет! С вами Пчелоньюз и Ренат Джалилов. На улицах Челябинска мы больше видим людей в медицинских масках. Из-за угрозы коронавируса отменяют отпуска и командировки. Студенты и школьники начинают дистанционное обучение. От чего еще пришлось отказаться челябинцам? Давайте спросим у них. Поездку хотели, за рубеж, ага. Раздруж. Диплом нарушили. Не знаю, не сдавали. Ну, мне сдавать диплом, 4-й курс. Ага. Как его дистанционно сдавать? А, вот в этом проблема. Да. У меня все хорошо, я фотографирую, вот хожу, развлекаюсь, отдыхаю. Ну да, поездки. Поездки, за границу? И не только, и все не равно как-то страшновато. Дома больше сидим. Спасаемся, как спасаемся? Дома вот я сижу больше, не хожу чеснок, никуда. Чеснок, лук, водку. Нас пенсионеров заставили, уходя на пенсию, сразу сидеть заставили дома. Никакие мероприятия, всего лишили, поэтому сидим дома. Итак, челябинцев больше всего расстроила отмена массовых мероприятий и перенос отпуска. Но это временные меры ради нашего здоровья. Это был сайт Пчелоньюз. Не болейте.